Суд допросил Имича, которого обвиняют в убийстве. Заседание 19 марта прошло в закрытом режиме. В зал не пустили журналистов. Однако телеканалу Омск ТВ удалось выяснить подробности. Следствие полагает, в ноябре прошлого года мужчина распивал алкоголь со своей женой. На почве личной неприязни начал ее избивать. Нанес не менее 23 ударов по голове и не менее 120 по туловищу. Супругу госпитализировали. Она скончалась в больнице. В момент происшествия в соседней комнате спал малолетний ребенок. Обвиняемый признался только в словесном конфликте и в 6 ударах по лицу. Остальное отрицает. Следующее заседание в Кировском районном суде назначено на 8 апреля. Согласно действующему законодательству, санкция части 1 статьи 105 Уголовного кодекса предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.